Перейти дорогу в неположенном для этого месте – шалость, которая для многих горожан уже давно вошла в привычку. Желание сэкономить несколько секунд нередко приводит к потерянным неделям на больничной койке. В будничной суете этот мужчина решил пренебречь правилами и своей безопасностью. Переход дороги в неотведенном для этого месте карается штрафом в 500 рублей. Перешел, подумал, что поближе, не дошел до перехода. Понимаю, что неправильно поступил. Никому не советую. Лучше дойти до пешеходного перехода. Наезды на пешеходов остаются основным видом ДТП, в результате которого гибнут люди. Об этом говорит и статистика по Смоленской области. За 9 месяцев текущего года количество случаев наезда на людей увеличилось на 3,8%. Немало правонарушений приходится на долю невнимательных водителей. Смотрите, видеозапись. Проезжает пешеходный переход, женщина идет пешеходным переходом. Женщина пошла. Какая женщина сейчас? Сейчас давайте сразу. Пешеходный переход – место повышенного внимания для всех участников дорожного движения. Намеренное или случайное непредоставление преимущества пешеходу на этом участке дороги карается штрафом в 1500 рублей. Напомнить о таких правонарушениях и пресечь их призвана профилактическая акция сотрудников ГИБДД «Пешеход». Основными задачами является контроль нерегулируемых пешеходных переходов сотрудниками ГИБДД, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД как пешеходами, так и водителями транспортных средств. Мероприятие проходит по всей Смоленской области с 14 по 20 октября. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.